Московский педагогический марафон учебных предметов 2013 года, День учителя математики. И мы продолжаем знакомить интернет-аудиторию с событиями на марафоне этого года. В рамках марафона прошла творческая мастерская, калейдоскоп педагогических идей, презентация опыта работы учителей математики Москвы. И эту мастерскую подготовил и вел Андрей Викторович Семенов, заведующий лабораторией Московского института открытого образования. Вот это, если вы расскажете немного про это мастерскую. Конечно. Да. Но калейдоскоп педагогических идей, творческая мастерская проходит уже 5-й раз. То есть 5 лет мы имеем возможность в рамках только одной лекции или одного времени услышать несколько учителей, которые готовы делиться своим опытом. Мы можем увидеть, как проходят интересные уроки, в каких формах проходят зачеты по геометрии, какие учебно-методические комплекты работают, какие программные продукты работают. Это все в рамках одного только калейдоскопа педагогических идей. В этом году мы услышали о возможностях авторского электронного пособия в преподавании геометрии в 7-9 классах учителей математики гимназии 1563 Восточного округа Пряничниковой Екатерины Александровны и Ефимовой Оксаны Сергеевны. Учителя 57-й школы рассказали про форму организации зачета по геометрии, хотя есть и публикация в журнале «Математика». Это Шапира Инна Юрьевна и Суденцова Марина Эдуардовна. Синякова Стелла Леонидовна, учитель школы номер 315, рассказала, как происходит формирование умения решения задач высокого уровня сложности, в каких формах это происходит и как ступенька за ступенькой происходит формирование знаний. Одинотов Георгий Викторович, учитель гимназии 1544, рассказал о целом комплексе электронных образовательных ресурсов и их возможностей в активизации учебно-познавательной деятельности учащихся от 7 по 11 класс. На самом деле было очень интересно. Всегда этот калейдоскоп вызывает много положительных отзывов учителей, и обмен опытом иногда просто происходит сразу же на калейдоскопе. Поэтому это темы новых уже выступлений следующего года. Андрей Викторович, меня заинтересовало зачет по геометрии «Классная вещь». Вот название. Примерно о чем там говорилось? Вообще-то зачет по геометрии, здесь много интересных линий. Вот одна из возможностей – поговорить. Причем поговорить не только с учителем, а поговорить с учениками более старших классов, с аспирантами, с другими учителями. Это возможность разговора. И как раз зачет «Классная вещь» как раз говорится о форме организации этой работы. То есть, когда не только учитель, ученики, а собирается целая группа. Разновозрастная группа. Да. С возможностью поговорить, доказать. Но и самое ценное, что поскольку мы слышали и видели интервью девочки, которая принимала участие в зачете сначала как сдающая, а потом как принимающая, это всегда любопытный опыт. И как раз у учителя имели возможность нам это продемонстрировать. Это любопытно. И самый интересный вопрос, который задал я, без ложной скромности скажу, поскольку зачет заканчивается чаепитием, я у учителя спросил, были ли случаи, когда дети отказались от чая? Правда, ответ был очень интересный, чисто математический. От булочек отказывались, от чая нет. А это означает, что все, независимо от того, какие получили результаты, были удовлетворены своей работой. Московский педагогический марафон учебных предметов, 2013 год, День учителя математики. И творческая мастерская калейдоскоп педагогических идей, ее провел Андрей Викторович Семенов. И из этих многих рассказов, из калейдоскопа мы понимаем, что многое зависит от атмосферы в школе. И даже зачет может быть атмосферно-человеческим. Праздником. И тогда все образование превращается в совсем другую историю, чем то, что мы обычно видим, читаем, и то, что у нас осталось как багаж из нашего собственного прошлого. Мы надеемся, что вот такая интересная уклад жизни в школах будет
нарастать в стране, да, но, по крайней мере, на марафоне с этим можно было познакомиться, приходить на марафон, и все материалы марафона на сайте marafon.1september.ru. Спасибо вам большое.